замечательным праздником, весенним, женским днем. Но и не... повеселее, начнем в Визборе. А я воспитан на Визборе и на других шестидесятниках. Думаю, это замечательная песня, которую Марту помнит, наверное. Она и называется у вас «Священник». Две авоськи, три коробки, ну попробуй донеси. Участились что-то пробки, нет ни левых, ни такси. Эй, шоферы, стойте, братцы, стой, товарищ сатана, мне в Чертаново добраться, помоги, чьяна. Я приеду, суп поставлю, я линолеум протру, Ваньку вымыться доставлю, мошки сопеньки утру. Муж приходит в тьму хрюмей, впереди несет живот, тренировочно в костюме к тебе ветер идет. Руки мне кладет на спину, ох, не трогал бы меня, нелюбимый, нелюбимый, нелюбимый. Вот уж вечер клонит, ночи клонит, и дела потерян счет. Он и спанит, в пальне тонет, тонет, где ж ты возишься еще? Но я все примечаю, вот готовый, в самый раз, я из кухни отвечаю, спи, голубчик, я сейчас. Он от водки и салату захватит, захрапит хоть рот за шею. А у меня 8 марта женский праздник на душе. Я уставлюсь на дорогу, вечер по небу плывет. День прошел, и слава Богу, вот уж новый настает. Мне б куда уехать, что ли, добрым людям.